This world is not made for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Яркие творческие номера, гул аплодисментов и неизменный дух единства и студенчества. В Казанском федеральном университете стартовал ежегодный фестиваль «День первокурсника-2022». Мероприятие каждый раз становится настоящим праздником для всего университета. Посмотреть концерт и поддержать артистов приходят не только первокурсники, но и студенты старших курсов. Я думаю, День первокурсника в жизни студентов – это такая отправная точка в мир творчества, мир активизма вообще для первокурсников в большей части. Потому что они пробуют себя, узнают, что такое вообще институт, что такое университет, и, ну, может быть, проявляют себя в какой-то степени. Открыли программу фестиваля Институт физики и Институт международных отношений. В этом году у творческих номеров нет определенной тематики. Каждая команда выбирает то, что ей по душе. Однако успех выступления зависит не только от сюжета и артистов. За кулисами все время работает другая часть команды. Делюс Каюмов, представитель режиссерской группы Института международных отношений, признается, в успехе своих ребят он уверен на 100%. Команда – это прежде всего система, в которой важен каждый. В коллективе Института международных отношений царят любовь и взаимопонимание. В рамках этого фестиваля я слежу за тем, как концерт пройдет. В целом придумываю, как он будет смотреться из зрительного зала, регулирую работу внутренней кухни, то есть как все там происходит, закулисье, сама сцена, вот это вот все. У меня есть напарник, очень хороший мой друг, Жасур, который отвечает за свет, за все остальное тоже. Вот мы так работаем. Увидеть творческие номера пришли и те, кому уже в ближайшее время предстоит выйти на сцену культурно-спортивного комплекса «Уникс». Почувствовать сцену и проникнуться атмосферой фестиваля решила команда из Института управления экономики и финансов. Так как я выступаю в номере у Бальников, я очень сильно переживаю по этому номеру, чтобы все получилось, особенно поддержки, которую мы делаем. А так очень большое предвкушение, я надеюсь, у нас все получится и будет очень красиво выглядеть на сцене. Фестиваль продлится до 14 октября. Увидеть творческую программу можно будет не только вживую, но и в прямом эфире в социальных сетях нашего телеканала. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.